нам понадобится: чашечка, сам кофе, постилки, или как их еще называют, маршмеллоу. У меня обычные ванильные, белые. Их я порежу помельче. Также подогретое молоко в микроволновке. Ну и, возможно, по вкусу немного сахара. Итак, приступим. Итак, где-то вот столько кофе, 1,5 ложки я положила вот на такую чашечку. Заливаю где-то чуть больше половины, потому что остальную часть займет молоко. Что самое немаловажное, накрываю все это дело блюдцем. И ждем, пока кофе заварится. Итак, я добавила ложку сахара в свой кофе и также подогретое молоко. Предварительно я подготовила наши постилки, они были очень крупные, я их порезала помельче. И буду вот так сверху их выкладывать теперь в наш кофе. Такая вот аппетитная чашечка кофе получилась. Постилки потом растают. И будет вкуснятина. Такой у меня получился завтрак. Творожок еще у меня будет, груша и 2 булочки. Спасибо за просмотр и всем приятного аппетита! Time, all the time. I wanna be in love with you all the time.